киска ко мне пришла. Я за колбаской сбегала. Взяла. Мы уже сегодня 5-й день. И ни одного котика не видела. Никто не приходил. Ну, сегодня смотрю, и вот такая голодная. Уже второй раз ей приношу колбасу, и она все лопает. Все, больше не пойду. Не знаю, мальчик или девочка. Кушай, моя хорошая, кушай. Приходи в обед. Еще принесу. А сейчас я иду на пляж. Ну, наелась. Что-то в этом году котов совсем мало. Ни в городе нет, ни у нас здесь нет. Да, красивая ты, ты красивая. Добрый день, мои дорогие друзья. Немножко вам моря, чуть-чуть. Вчера очень бушевало, а сегодня немножко потише, но все равно. Я утром сразу зашла со своим кругом, поплавала, а потом меня волна один раз, второй раз перекулила, перевернула. Хорошо, что женщина тут помогла, подцепила мой круг, и я вышла из воды. Плохо не уметь плавать. Плохо, конечно. Вот. Лежу на самом берегу, притащила этот самый лежачок ближе к водичке. Валя где-то наверху под грибочком под этим. Ей надо, чтобы солнца не было. А я люблю солнышко. У меня голова под грибком, а сама я... А ноги у меня на солнышке. Сейчас я повернусь к себе. Вот она я. Будет немножко болтаться, потому что у меня просто селфи-палка. Не знаю, сколько градусов. У моря хорошо. А пока больше никуда не собираемся, потому что рынок только в четверг. Вчера мы прогулялись по магазинчикам близлежащим. Ну, не знаю, хорошо ли вам слышно. Здесь что-то непонятное на пляже. И придут и займут места. Вот я пришла еще перед завтраком. И вот одно место, на котором я лежу, оно было свободное. Рядом места. Вот, три места вот этих вот были заняты полотенцами, и на них вот до сих пор, сейчас уже почти 12 часов, и на них никого нету. Вот так вот, до сколько люди, наверное, часов 6 пришли, заняли, и их нету. Это эстонцы, наверное, или латыши, не знаю, потому что разговаривают не на русском языке. Вот. Зачем надо занимать лежаки, если вы на них не лежите? За это время, пока никого нет, здесь бы могли другие люди отдохнуть. Правда? Как-то... И еще я заметила, что на нашем пляже тоже вот у меня вот такая вот синенькая, написано «Викинг». Вот. В принципе, сюда приходят еще люди с викинга строечки, которые где-то далеко находятся. Не знаю, на какой линии, даже не знаю, где он. Ну и еще с другими вот этими ленточками. И говорят, что даже продают здесь лежаки. Что-то в этом году как-то все неорганизовано. Смотрю, что вот этот вот рядом близлежащий отель, ну где вот Фам Резидент, Пятерочка, вот рядом Четверочка, они поставили еще один спуск к воде. Сейчас я покажу, если получится. Видите вы там? Вот.
и заботиться о людях, которые приехали к ним отдыхать, потому что спускаться в море еще как бы то ничего по этим камушкам, а вот подниматься очень тяжело. Вчера, когда штормило море, то вообще подняло берег, очень высоко подняло. И чтобы выйти, очень сложно. Я так сидела на берегу, просто опустив ноги в водичку, и меня обдавало этой волной. А потом для того, чтобы подняться, я так вот ползла на попе, передвигалась до своего лежака, и потом уже вставала. Потому что волна подбивает, камни расползаются под ногами, ну невозможно, просто невозможно подняться. Но вообще такой вот чудесный релакс возле моря. Вот у меня тоже солнышко повернулось, и сейчас у меня голова под тенечки, а ноги на солнышке. Так что ноги загорают. А пришла тут пара. Мужчина с женщиной, такие, ну, не молодые, разделись. Ну, они вообще, по-моему, без опознавательных знаков. А потом я лежу, а он мне спрашивает, а можно мы под ваш лежак положим наши вещи? Я говорю, я караулить их не буду. А нет, не надо. Потом я лежу и думаю, слушайте, ну вот я их не вижу, где они лежат. Может, они мне туда далеко под лежак засунули? Лежу и думаю, может, они мне тут бомбу подложили? И я сейчас того взлечу на воздух. Не знаю, они, наверное, там мне под ноги засунули. Вот. Не знаю, где Валя. Может, она уже ушла. Валя тут знакомится со всеми. Она человек общительный. За стол сядем, тут же познакомиться, начинает общаться, и темы какие-то находятся, и все. И на пляже она умеет. Ну, так бывшая учительница, разговаривать она умеет. Вчера очень интересно провели вечер. Было, называется у них праздник «Турецкая ночь». Ну, конечно, это совсем другое «Турецкая ночь», но у них так назывался праздник. Не знаю, буду ли я выкладывать это на видео на YouTube, потому что там была музыка. В общем, мужчина с женщиной пели, но не на русском, на английском языке, а вот эти турецкие ребята, которые у нас... нас обслуживают, ну там вот еду накладывают, то они все шли с этими самыми с флагами разными, российские, белорусские, турецкие, там еще какие-то, прошли вокруг бассейна, потом танцевали свой танец. В общем, очень весело было, очень было интересно. Вот, а потом нас угощали тортом от шеф-повара. Сверху крем, бисквит, внутри мороженое. А кормили на ужин рыбой, разными рыбами. Ну, я вчера, между прочим, первый раз попробовала суши или роллы, не знаю. Аришка моя любит такое, я попробовала, мне не понравилось. Один рис. Может быть, они какие-то бывают другие? Но я пробовала, ну, один пресный рис, рыбки совершенно нету, ведь рыбка должна там быть. Я почувствовала, единственное, что почувствовала, свежий огурец. Вот, что еще я хотела вам рассказать. Ой, сегодня эту ночь я наконец-таки спала, прошлую ночь что-то мне не спало совершенно, потому что сначала... кондиционер не работал, и заснула, наверное, на пару часов утром. Ну, а сегодня до 6 часов, даже до 6:30 поднялась и сразу на море. Хорошо возле моря. Вот так вот просто, вот так вот сидеть, смотреть на него.
зайти, немножко окунуться и опять на бережок лежать, смотреть. Людей очень много в этом году, очень в прошлом году как-то было так поспокойней, а в этом году очень много отдыхающих. И вот этот вот рядом тоже отель, и там дальше смотрю, что все отели работают. Наверное, надо уже собираться, уже 12 часов, что-то становится очень-очень жарко. Пойти в номер, обмыться и скоро на обед. Здесь можно кушать целый день, потому что завтрак, второй завтрак, обед, перекус, полдник, еще что-то, ужин, мороженое. Мороженое не вкусное здесь. Здесь оно, это просто лимишка. Мы вчера с Варей, правда, пошли за морожком, но я уже знала, мы же в прошлом году с Аллой отдыхали. Вот, мы уже знали, что это за мороженое. Так замечательно, девчонки. Так хорошо. Блаженство. Блаженство.